друзья, с вами Рашн Ридзук, это онлайн мясо по игре Killzone 3. Сейчас у нас будет замерзшая дамба. Приветствую, друзья. Сейчас мы будем всех рвать. Юлгас, ты знаешь, что мы здесь. О, Ольга, мы с тобой они летим. Они заняли внешний периметр. Задача установить заряды и взорвать двери. А у нас сейчас что этот? Выдвигаемся по моей команде. Вперед! Быстрее, быстрее! Приказ взорвать двери. Установите заряды и убивайте противников. Так. Игроки, 5 на 5 играем, значит, Киброид, Роберт Курбанов, Анизук и Звезда КЗ, Эйфория. Кибрикус против нас, Наркобарон, Дринк Макагенс, Абу Талипоу и Кайта 1807. А кто меня убил, кстати? Кибридикус уже успел тут прорваться. Тебя убил. Кибридикус робота запустил. Хрен сгорит какой-то. Какой-то мощный, блин, этот хибридикус, надо его валить. Один есть. Вот тут тактик нужен, как нигде. Ты опять на меня намекаешь? Да. А как ты думал? Я намекаю на то, что одну мину я уже поставил. О, да ты крут. Сука. Блин, у кого-то эхо идет жесткое. Бай на телевизоре у себя там. Юрик, не у тебя случайно? Нет, нет, или у меня у Роберта самого Курбанова? Эхо. Роберт Курбанов. У меня у самого эхо долбит в ухо. Персонажи так смешно бегают. Так. Ну что ты, мать твою? Да что ты? Сзади, блин! Кстати, ребят, все возможности сейчас открыты, так что можете убирать непрокачанный класс, они у вас будут прокачаны. А у меня все равно все прокачано. Ты же задротишь. Иди ты, я вот иду почти не играю. Это какой-то лекарь, лекарь, ё-моё. А, господи. Эх, чем мне вас спасать, а? Не, что-то, блин. Шум идет. Сейчас проверим. Одна точка возрождения есть, пользуйтесь. Отлично. О, все. Извини, Роберт, но пришлось тебя выключить, потому что от тебя шум идет. Отлично. Че, минируем нахер? Надо нахер. Надо минировать цель. Минируем цель. Андрей, как он перешел на ту сторону, он теперь постоянно будет убивать. А, наркобарон! Убейте кто-нибудь наркобарона, на втором этаже сидит. Отлично. Не успел. Анизука, молодец. Рубеж пробит. Продолжайте наступление. По команде. Марш! Враг применил токсичный газ. Захватите посты управления, остановите ну, выброс. Кого можно еще не туда дышите взять? Газом. Значит, что-то инженер, снайпер, тактик, разведчик. А что, тактик точно нужен? Да. Что у нас тут есть? Пистолет, дробовик. О, дробовик есть. Штурмовая винтовка. Пистолет. Револьвер. Осколочная граната, броня. Так. Тихие шаги. Не, пускай броня будет. Все, погнали. Опа. Сейчас сумма винтовка не очень. Откуда у меня пистолет? Он мне же должен быть. Я же тоже нажал. Вот, блин, захватил эйфория, точку. Эйфория, Дринк Макакинс. А не Зукин, что с тобой? А, что-то живот прихватило. Врача-то нет рядом? Нет. Ну ладно, тогда умираю.
Так. Точка возрождения есть. Так, я же точку хотел. Кто ж так делает? Ну конечно, только меня убил. Хера, не вижу куда идти. Анизука, спасибо за мое убийство. За что спасибо? За то, что ты меня убил своей гранатой. Держать! Так хер ты по гранатам кидаешь? Защищайте посты! А все кидают, и я кидаю, да? Ну да. Как бы надо же как-то действовать. Блин, ну Ванизука, ну вот встал, я на тебя и бомбу прилепил. Ты черт с бомбой на... Теперь ты с бомбой на жопе бегаешь. Так, короче, я сейчас встал. А, бесполезно. Я думал, что-то кимикадзе сделал, ну ладно. Кимикадзе. У тебя теперь... Теперь у тебя пердак разорвет, если что. Ну, что поделать. Да что ты, мать твою, так разносит, а? Так у тебя в заднице этот, мина торчит. Что тебя разносит? Не-не, разносит прицел. Ни хрена попасть не могу. Я же могу теперь ботов кидать. Зачитали. Другие волчи, и то ничего. Терминал еще не взломанный. Нам нужно время. Да, нахуй, сука, под себя кинул гранату. Молодца. Блин, с двух сторон зажали, суки. Третьим по башке, о. Ну можно и так, конечно. Куда ж ты, сука, побежал? Куда ж ты, сука, побежал? Я вот не скажу. Почти готово. Блин, сзади, сзади, блядь. Выброс газа. Не надо одержать. Да сраная турель, чё она все время под ноги стреляет врагу? Ну она так запрограммирована. Не захватим терминалы через полторы минуты. Капец. Задание провалено. Отлично. Система подачи газа Хелгастов отключена. А вот теперь самое интересное. Установите заряды и да, взорвите вот плотину. Это самое поганое. Вы знаете, где заложить заряды. Разнесем эту плотину. Да, сука. Вот что мне под ногами бегать. А? Кто? Ааа, Дринк Макакенс. Сзади, блядь! Кому я заорал-то вообще? Никого нет. Опять, ну, вот пукает, когда убивает, персонаж пукает. И чё, прямо запах? Врачи бывают, нет? Я вообще ни одного не вижу. Обычно врач я, но я сейчас не врач. Ну, бери врача, я тоже буду не врач. Я а так-то... блин! Минируйте, я... А, падла! Кто? Дринк Макакенс? Макакин Дринкер. Он тоже инженера взял. Вот говнюк, он мне...
турельку переманил. Ну, мину он мне не переманит. Блин, кто? Эйфория, двоих. Очень красавец. Кто? Кто один мину ставит? Кому медаль поставить? Не может быть! Сзаду! Сзаду зашли! Там тактика, надо точку возрождения взять. Есть? Во, все. Все, я... Сейчас я всех уделаю, блядь. Взял точку. Ну ёпта, откуда он взялся? Вроде свои сзади были. Тут турель стоит, тут турель это стоит такая. Я не помню просто про них. Ой, слушай, молодец! Кто тут поставил точку возрождения? Молодец! Еще есть время! Установите заряды! Покажем хелкам, на что способны! Прикрывайте мою спину героическую! Твою жопу! Остался последний заряд! Не надо, не расслабляйтесь! Я сам прикрою! Как не надо? Спина это тоже жопа! Точнее, жопа тоже. Нет, спина! Спина это лучше! Что, минута осталась, если счет-то мы просрали? Да. Капец. Уйдите отсюда, я турель ставлю. Надо обходить как-то сбоку, отсюда сейчас. Свистеть туда, это просто самоубийство. Нет, они сверху! Взрывайте плотину и убирайтесь оттуда! Быстрее! 20 секунд, мазафака! Наркобаронище! Проник сверху! Жопа, жопа! Нет, тут мы просрали. 10 секунд, парни, ну вы что? Бывает. Ой, что это за огорчение. Альфа, прием. Сейчас кому-то поможет. Браво, прием. Ну там меня там поймали. Это был Юрика. А меня тут нет, Наркобарон. Еще поебалу треснули. Странно, что киброида не было в заставке, он на третьем месте вроде. Ну что ж, на этом данная серия завершается, друзья. Оставайтесь на канале Игрофильм, встретимся в следующем выпуске онлайн-мяса. Опять у кого-то...